Итак, всем привет, с вами Экстрян. И да, это мой первый подкаст, который я вообще когда-либо делаю. И в чем он заключается? Сейчас уже середина жаркого и отличного лета. Точно такая же обстановка, как и в Сталкере Lost Alpha на данный момент, даже лучше. И о чем бы я хотел в этом подкасте сказать? Видео, которое я обычно выпускаю по прохождению, его не будет до сентября. Это первое. Второе. Я как можно больше, так скажем, буду уделять этому времени, моменту, когда у меня появляются свободные моменты, свободное время, я делаю прохождение и вот все в этом прочем. Так скажем, когда предоставляется возможность. Когда возможности нет, видео не выпускается, но как видите, я хочу просто отдохнуть, так сказать, переключиться. Переключаюсь я на другие игры, в Diablo, в Battlefield и, так скажем, в другие. Ну, еще упомяну World of Tanks. Если хотите со мной поиграть, я... Ну, не я, а пишите мне об этом в группе ВКонтакте, либо же мне в личку. И обязательно с вами поиграю. Возможно, даже со скайпом. Отдыхаю не только благодаря играм, но еще и благодаря, так скажем, вообще вот природе. Езжу на дачу. Ой-ой-ой. Вот это я съездил по холодцу. Ой-ой-ой. Извиняюсь. Сейчас еще с собачками повоюем. Ох ты ж, ё-моё, дикая, дикий пес. Вообще уже обалдели. Хотя я не договорил. Помимо того, вот обычных игр, я еще и прибываю на даче какое-то время, хожу там на рыбалку, занимаюсь бытовыми вещами, но не бытовыми, а, так скажем, вообще что-то ремонтирую, что-то помогаю и так далее. Короче говоря, отдыхаю, провожу время с семьей и тому подобное, как вы могли заметить. В принципе, сейчас я хочу как можно хорошо отдохнуть, чтобы потом мне вот было намного, вот так скажем, перспективнее делать потом видео. Потому что, знаете, вот всю весну, осень, зиму делать прохождение просто иногда вот так вот, одним словом, мучаешься в какие-то моменты. Потому что уже устаешь, а и от сталкера, и от всего, хотя ты и ярый фанат его, но все равно как-то устаешь. И поэтому надо как-то от этого всего отдыхать и расслабляться. Кто сам делает видео или видеоблоги или что-то в этом прочем, они меня вот поймут. Но кто-то именно занимается этим ради денег, а кто-то ради, так сказать, ради своего хобби, удовольствия какого-то, вот, своего личного и, так скажем, не знаю. Просто чтобы вот провести какое-то вот время. Хоть и прохождение вот каких-нибудь игр заключается в том, чтобы как можно быстрее показать другим людям, как пройти тот или иной момент, головоломку и тому подобное. Но я выпускаю немножко, вот как видите, намного позже, потому что вот не стремлюсь к какой-то либо славе. Но если рано или поздно я ее получу, я буду благодарен вам за это. Ну вот, в принципе, и все, что я хотел сказать. Это мой первый подкаст, так как у меня не особо много подписчиков, а особенно активных. У меня их мало, но они все же есть. На странность, конечно же. И, ну что ж, задавайте свои вопросы, я даже создам обсуждение на эту тему. Задавайте свои вопросы в группе ВКонтакте в обсуждениях, которые я создам, как выйдет этот подкаст. И если наберется около, ну, больше там, не знаю,
50 каких-нибудь вопросов, которые 20 из которых, наверное, будут довольно-таки интересными, я все-таки сделаю второй подкаст. Так что, вот, не знаю, стремитесь к этому. И будет все хорошо. Ну что ж, спасибо вам за то, что вы подписываетесь, ставите свои оценки, комментарии. И подписывайтесь на канал. Если еще не подписались, то Кончита Вюрст зарисовались. А с вами был Экстрян. До скорых встреч. Пока-пока. И увидимся уже с вами во втором подкасте. Я надеюсь, либо же в 10-й части прохождения Сталкера Lost Alpha.